Сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции ОМВД России по городу Набережные Челны установили двух местных жителей, подозреваемых в незаконной организации и проведении азартных игр с использованием соответствующего программного обеспечения и информационно-телекоммуникационной сети интернет. Как установили сотрудники подразделения экономической безопасности и противодействия коррупции, в подвальном помещении, расположенном в одном из нежилых помещений города, подозреваемые совместно с другими лицами организовали проведение азартных игр и приобрели необходимое оборудование. В ходе проведенных сотрудниками полиции оперативно-розыскных мероприятий незаконная игорная деятельность ликвидирована. Сотрудниками подразделения экономической безопасности было изъято игровое оборудование в количестве 34 единиц, 12 карт-ридеров, 1 сервер, видеорегистратор, сотовый телефон, а также пластиковые карты.